например, по левой. Есть датский нападающий, которого 2-0-3. Контратака Ромы. Джервиньо, штрафной, Джервиньо, прострел, 1-0. Матиа Дестро открывает счет на 9-й минуте. И в первую очередь мы говорим браво. Мяч влетел. И это Тарасидис. Нет, Пьянич был как раз-таки вторым темпом набегал. Он был на линии вратарской. Но Тарасидис каков грех. Прямо в темп, аккуратненько в ножку Жервинью мяч отдал. И сам его Арицин не сплоховал. Не было здесь положения.